Всем привет, привет, ребята! Сегодня мы хотим показать вам Грумпика. Грумпика, да. Это третья часть Грумпика. И по всей видимости Грумпик приехал на природу. Да, это, наверное, лес. Все тут много елок. Ну в да, в лесу, вон, смотри, у какого озера он отдыхает. Да. В своем трейлере. Вот у него гитарчик, гитарочка какая-то, смотри. Все, давайте стучать. Ой, смотри, смотри, кто пришел. Грумпик будет злиться. Классно, смотри. Сейчас скоро Грумпик, я знаю, будет злиться. Да? Да. Ой! Грумпик, ты чего? Ой, этому Грумпику ничего не нравится. Да, точно. Грумпик еще тот Грумпик. Да, Грумпик еще тот. Ну, так, что мы тут можем делать? Стучать. А, это как домики у него. Да. А то есть... Ой, ужас. Ужас какой, лесу. Ой-ё. Грумпик, у тебя хвост горит. О, нет, бедный. У него синяя голова. А кто он такой? Он мишка? Нет, он бобрик. А у бобрика нет такого хвоста? У него должен быть хвост. Наверное, это... Грумпи, это... выходи. Ох ты! О! Извини, ты мылся? Извини. Доброго утра, Грумпик. Он прихорашивался там, наверное. Да. Это что такое? Я не знаю, наверное, просто крестик мазает. Это... Что-то. Можно купить монетки. А зачем монетки? Посмотрим, что в магазине. Монетки. Это опять то же самое. А зачем покупать тогда? Постой. Подожди, здесь. Подожди, посмотрим. О, смотри. Смотри, это vacation album. То есть он отдыхает, да? И надо собирать... Видишь? Вот. Вот. Кого мы видели? Мы видели этого енотика. Да, у нас загоралась гитара. И мы видели, как Грумпик был с огурчиками на глазах. Да. Ясно. Все. Так, опять реклама. Давай стучать. Стучим. Везде стучим. В окно. Да. Привет. Привет. Что с тобой? О! О, птица! Это у нас еще пока что... Ой! Ой, в голову! Стучала. Тук-тук-тук-тук. Выходи, Грумпи. Приветик. О! Вот так, посиди. О, маршмеллоу. Ой, слишком горячо! Ты что, горячий же? Ужас. Грумпи, ну как ты так не думаешь, что ты делаешь совсем? Ой. Я опять в озеро прыгнул. У него опять даже весь мокрый. Серый лоб. О, как много. Так, мы еще не доконали нашего Грумпика. Ну что я могу сказать, тут рекламы просто убивают. Просто ужасные. Ну, в смысле, не то, что сами рекламы ужасные, в смысле в том, что ужасно часто. Вот каждый раз, почти каждый раз, когда постучать, Грумпик выходит, и реклама пошла. Но я не знаю, эта игра, видимо, на то работает. Ну, в смысле, зарабатывает. Или как, я не знаю. Ну, просто ужасно. Это, по-моему, это убивает вот всю радость играть. Ну, конечно. И кто будет качать такую игру? Ладно, качать-то, может, скачает, но кто ее будет играть? Если эти рекламы вот просто достают. О, этого мы видели уже. У вас упало, мистер. Мистер. А как он видит, куда ходить? Вот опять реклама. Как это просто, я не знаю, ну сколько можно уже. Вот один раз постучали в дверь, и опять реклама была. Ну, что ты нам новенькое скажешь? Опа. Ты заливать будет, смотри, костер. А ты чего? Не заливается. Смотри, не заливается, ему не получается. Ой, дрожа. Посмотри. Вон чёрный. Классно. Из-за этого рекламы не было. Да? Ну вот. Там по линии даже показалось. Да, уже красный. Да. Ой, сейчас постучит.
Этого мы тоже видели уже. Да. Как бы что-то новенькое. Давай что-то новенькое. Ну вот опять, конечно. Куда без этого? Куда ж без этого? Угу. Надо уже достучаться до конца. Посмотреть, что он скажет. О, смотри, с другой стороны птичка. Ай-яй-яй. Весь трейлер уехал в воду. Ужас. У него опять лоб серый. Так мокрый весь, смотри. Да. Ужас. Один из окошка вылил еще. Ой, ой. Боже, я испугалась. Ой. Гром, ты чего? Ужас. О, что он там сказал? Сказал он. Что? Rate and help on us not to have fun too. Чего? Я не понял. Having fun? Нет. Потому что слишком много реклам вообще-то. Так, и... Так, что мы можем купить? Енотика купим? Или что это надо делать? Я не понимаю. Давай попробуем. А, да, мы купили енотика. Я так понял. Ой. Он лохматый. Да. Опять. Так, нас подстигла очередная реклама. Так. Давайте стучать. Подожди. Почему нельзя ничего? Что тут опять случилось? Почему мы не можем ничего нажать? А, ничего не происходит. Так что произошло, я не понимаю. Мы подвисли. Так. Ну, подожди. Не, ничего не происходит. Ладно, ясно. Короткий обзор будет. Угу. Похоже на то. Да. Это Грумпи... А хотя, по-моему, прошлое, что мы играли, где Грумпи жил в дереве, этот его домик где был. Помнишь, да. Мы играли? Там тоже было очень много реклам. Помнишь? Я не помню, сколько там реклам было. Ну, не, я не знаю, ну, как, не считали, но тоже было, по-моему, часто было. Мы как постучали, так сразу реклама была, помнишь? Да. По-моему, было то же самое. Да. По-моему, было то же самое, так что, видимо, это беда вот всех игр из этих создателей. Грумпи, конечно, прикольная игра, хорошая. В смысле, ну вот можно открывать вот разные новые эти происшествия и все. И это интересно, кстати. Грумпик прикольный такой. Но эти рекламы просто убивают. Не знаю, ребята, смотрите, пробуйте сами. Скажите, как вам понравилось. Оставляйте комменты. Вы даже не знаете, которая часть мне нравилась из этого Грумпика. Там, где гитара горела. Да? Да. Тебе понравилось, как гитара горит? Да. Ну, а мне на хвосте был такой. Да, загорелся огонь. Хвостик, да? И он, да. Такой. Да, и прыгнул в воду, да? Да. Да, это было классно. Значит. В речку прыгнул. Да. Ну все, да. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо, ребята. Пока-пока.